Всем приветик, ребята! Я буду сегодня снимать покупки из магазина Магнит Косметик. В общем, я туда заезжала за порошком и, в общем, прикупила еще что-то, кроме порошка. Купила я вот такой вот порошок. Это детский, 199 рублей. Он идет от 0+, гипоаллергенный, нейтральный аромат, без фосфатов. Здесь у нас 2,4 килограмма. В общем, у меня вообще на порошки аллергия, мне чешутся руки, ноги. И, в общем, покупаю всегда какой-нибудь детский. В данный момент я сейчас пользуюсь Персилом. В общем, тоже хороший порошок. Как бы, и вот постоянно покупаю детские. Вот так вот. Также купила вот такой вот вернель. Он идет у нас... Дикий гибискус и масло розы. 30 стирок. И тут пишут, что якобы до 10 недель у нас держится аромат. В общем, Магнит Косметики 129 рублей. Он стоил. Сегодня зашла также в фикс прайс. Он стоил 99 рублей. Так как у нас не было ни вернели, ну как бы у нас вернели вообще не было в фикс прайсе. А сегодня зашла, стоит вернель. Там он стоит 99 рублей. Ну, не знаю, я уже этот попробовала сегодня. Мне очень понравился аромат. Не знаю, как из фикс прайса. Напишите, как вам такой кондиционер из фикс прайса. Мне будет интересно, хороший он там или нет. Также купила такие вот масочки. По 23 рубля они стоили с экстрактом ромашки. В общем, успокаивающая маска. Ну, с экстрактом ромашки. Взяла таких масочек. Вот такая же она. Так, и взяла еще вот такую вот попробовать. Так, маска питательная тканевая с маслом ши. В общем, они по 23 рубля у нас. И также купила вот такую вот зубную пасту Sense1. 199 рублей она стоила. Мгновенный эффект и длительная защита. В общем, вот такой вот тюбичек. Хорошая паста. Взяла, знаете, в фикс прайсе этот сплат. В общем, который черного цвета. Я ее чищу, я уже не знаю, я хочу ее уже закончить. Но она вообще, мне кажется, что она вообще зубы не прочищает. Вообще никакого эффекта. Вот я почистила, как будто я зубы вообще не чистила. В общем... Не знаю, или такая паста, или именно фикс прайс привозят какую-то не такую пасту. В общем, мне не понравилось. В общем, девочки и мальчики, были вот такие вот у меня покупки. Всем пока-пока. До новых встреч.